выглядит, более атакует. Нынешнему сердцу уже забил. Что получалось, что не получалось? Ну, что получалось? Нормально, все получается. Сейчас должно уже Кто больше владеет инициативой? Мы. Больше мы. Они два раза вон там выбегали, и наши защитники там все решили. Нет, не больше. Они больше атакуют. Какие основные выводы, которые поселили с Баку? С МВПУ? Да. Что удача есть. И все. Два момента. Изменился ли ваш состав? Чуть-чуть изменился, но не сильно. Просто насколько сложно или легко вот там на поле сейчас что происходит? Сейчас сложно. Да, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, кто больше владеет инициативой, кто сейчас лучше выглядит? Сейчас 50 на 50. С 50 на 50? Да. Ну, как ты вот оценишь свою игру вот в эти 10-15 минут? У кого больше опасных моментов? Ну, я бы сказал, у нас... Вот так, потому что тоже наш защитник хорошо очень сыграл. Скажи, пожалуйста, как ты вот оцениваешь выступление своей команды? Нравится, не нравится игра? Ну, в принципе, нравится. Да? Много ударов было по воротам? Нет. Кто чаще всего бьет? Да? Ну вот есть у вас лидер команды сейчас в этой игре на раме? Кто ведет за собой остальное? На данный момент не знаю, все как бы наравне. Как думаешь, с таким счетом первый тайм закончится? Не знаю, мне кажется, будет 0-0 все-таки. Скажи, пожалуйста, вот как ты оценишь выступление вашей команды, подходит к концу первый тайм, что получалось, что нет? Ну, нормально, более-менее все хорошо идет. В принципе, я ничего плохого не могу. Были пару хороших моментов, когда могли реализировать моменты эти. Ну, защита нормально стоит. В принципе, забегание немножко. Какой самый яркий и опасный момент был вот у вашей команды, когда вы могли забить? Ну, подавали угловой, просто не смогли ногой немножко достать, там буквально пару сантиметров до ворот. Можно ли сказать, что вы команда стандартов? Да нет. Все просто по-своему уникальны, удивительны, там, то есть индивидуально. Самый сильный, кто в команде соперника сейчас выделяется? Ну, они все, я в принципе считаю, нормально играют, поэтому особенно так еще присмотреться не успел. Я думал, что пройдет. Что ставит что-нибудь? Что вышел? Ну и так потерял. Вань, как можно оценить первый тайм, вот детально, если по нему пройтись, счет 0-0, что получается, что не получается? Ну, ребята молодцы, и соперники вы наши, но еще не, ну, мы как молодая команда еще к полю не сильно привыкли, поэтому есть и отскоки, и приемы, поэтому надо к полю привыкнуть хотя бы 2-3 тура еще сыграть. А парни, вижу, молодцы уже, знают поле, знают, где надо бежать, где не надо. Но у них уже опыт на этом поле, а у нас пока опыта нету. Поэтому, может, они чем-то... Тяжело дается матч? Ну, да. Очень тяжело принять мяч. Еще ветер, такая погода. Песок в лицо, поэтому очень... Ну, чем отличается первый тайм эта игра от игры с МВПУ первого тайма? Ну, в МВПУ там просто была принципиальная игра, поэтому... Ну, и погода была получше. И первый, как бы, еще днем было тепло, а сейчас и ветер, и 5 градусов где-то. Ну, вы делали несколько замен, с чем это связано? Игроки не успевают. Где-то теряются, может где-то мандраж еще не привыкли. Ну, меняем, потому что игрок теряет. Счет 0-0, вот на данный момент ушла уже половина второго тайма. Что можно сказать, чем второй тайм отличается от первого? Ну, команда в перерыве, мы поговорили между собой. И видно по сравнению с первым таймом, что второй идет на нашу пользу. В чем это проявляется? Ну, мы поддавили. Она напряженная. Во втором тайме клуба самый опасный момент. Ну, еще таких не было. То есть пока что игра равная все-таки? Ну, прессингуем. Сейчас был самый яркий момент второго тайма или нет? Может, когда можно было забивать? Да. А что не получилось все-таки в итоге? Защитник хорошо сыграл. Если взять в целом, вот второй тайм, половина второго тайма уже прошло, чем он отличается от первого, есть ли плюсы и минусы? Ну, я думаю, так и минусы. И мы, там,
гола, все равно, як і в первому, в втором таймі. Второй тайм більш тяжелий, не такий швидкий. Тобто це стало медленніше, так? Так, медленніше. Все-таки, что вот, произойдет ли этот гол и из-за чего он произойдет, если он будет? Ну, это только, наверное, какая-то очень грубая ошибка или вратаря, или защитника. Ну, заслуженный счет для этого матча какой? Ничейный или да, все-таки победа? Ничейный. Ничейный. Да. Есть ли сейчас явный лидер у вас в команде? Я бы сказал, у нас вся команда, все вместе, ну, никаких лидеров у нас нет. Все вместе. А кто лучше исполняет стандарты, ваша команда или соперник? Их так особо много не было. Ну, не знаю, на мой взгляд, наши лучше, более опасные. Вот счет 0-0. Скажи, пожалуйста, как в целом? Осталось все, уже конец? Все, уже конец. 0-0. Доволен? Конечно нет. Почему? Первое поражение, второе ничего. Думаю, третье будет выигрыш. Ты не доволен ничего. Да потому что не было той команды соперника наших никаких команд. Мы давили, мы так и не додавили. Вань, ну уже подведем черту и второй тайм, и первый, вот, пожалуйста, приду тебе слово. Второй был намного лучше. После матча. Погода стала как-то. Может, меня услышало, не знаю. Ветер перестал такой сильный быть. Валерий еще у вас защитник, что в четвертый лиг был на воротах, молодец. Что сейчас в защите ничем не хуже, чем воротник. Так что Валерий еще можно спокойно отмечать. Из их команды можно отметить вратаря. Такие 3-4 удара у нас было хороших, он потянул, молодец. Ну а так второй тайм был лучше, чем первый. За счет чего? Может, пас появился. А так и мужики молодцы. И у нас все получалось во второй тайме, чем первый. Но в целом вы были какие впечатления остались? То есть зрелищная была игра? Да, конечно. Ну, как с моей стороны была и борьба, и судья давал играть. Что им, что нам. Так что отлично. Что можно сказать о матче? 0-0, боевая ничья. Ну, старались, могли. Ну, команда вот новенькая. Пощупали. Думаю, в следующий раз мы выиграем. Будем знать и знаем уже их слабые места. А так ребята хорошие, саженные, играют, пас, нормально. Подачи делают хорошие. Контратаки тоже хорошие. В прошлый раз была победа, сейчас ничья. С чем отличался этот матч от той? От того? Ну, как сказать. Сложно сейчас. Ребята хотят влаживаться быстро. Не засчитано сейчас, в принципе, чуть-чуть проблемы. Нету основных игроков. Приходится собрать людей. Кого можно было бы отметить у соперника? Капитан у них хороший. Угу. А так команда хорошая, можно играть с ним.